Так, уважаемые друзья, небольшое вкрапление. Хочу посвятить вот чисто вот эти вот 5 минут вот этой замечательной, я извиняюсь, ореховой, довоенной. Не буду скрывать этого мнения и уверенности вот этой вещи. Называйте ее как хотите. Называйте ее витрина. Называйте ее комод, стенка там, ну, в общем, как вам будет угодно. Стоит она 189. Поступила она недавно. Я просто хочу отдельно для любителей великолепной качественной мебели. Посмотрите, как стекла, какие деревянные резные. Можем ли мы оценить это в 189? Я думаю, что потраченное на ее изготовление творческие силы довольно-таки очень внушительны. Поэтому я как бы хотел уже уходить, а, как говорится, слона-то я и не заметил. Такая вот изумительная вещь. Ладно, не будем там дергаться. Хочу обратить ваше внимание на вот эту резьбу. Причем тончайшая резьба, смотрите. Я ощущаю вот руками, что это очень нежная, великолепная вещучка от ножки. Ничего не видно, естественно, темень. Если сейчас еще дядька начнет на аккордеоне пробовать. То это, конечно, будет с его стороны очень некрасиво. Блин, так, смотрим, это, если здесь ключ, это значит, что-то должно было выдвигаться. Видите, какая резьба здесь. Потрясающая вещь. Вот здесь тоже резьба. Встал и все, ну что ты с ним сделаешь? Он, может быть, и домой бы уже хотел. Может быть, он уже и в туалет хочет. Да нет, он будет здесь. Он будет со мной. Такая вот. Как только хочешь какого-то интима, как только хочешь побыть наедине, не дадут. Вот не дадут. Будут на аккордеоне играть, будут стоять, будут всячески препятствовать процессу. Помню какой-то фильм, помните, советский, там мальчик все время прибегал и говорил, а что это вы здесь делаете? Ну так вот это точно про нас. И тетка там тормознулась. О, Господи Боже. Угу, вот такая ножка. Так что вот, господа, я вам показываю. Замечательная витрина. Витрина или не знаю. Как обзовете, так и будет.
Так что всем пока, всего хорошего. Спасибо за ваше внимание.